Династия врачей с Петропавловска лечит уже не одно поколение североказахстанцев. Три сестры – Валентина, Татьяна и Ольга – посвятили свою жизнь врачебному делу. По их стопам пошли и дети. С теми, кто однажды произнес клятву Гиппократа и не отрекся от своих слов, встретилась Нургуль Ахметова. Я счастлива, что отделение пусто, и что все вы вылечили. И что вы, да, без работы. Значит, у нас нет таких тяжелых детей, которые... Валентина Николаевна сейчас хоть и на пенсии, но часто заглядывает в больницу, где начинался ее трудовой путь. Первые шаги в медицине она делала в качестве участковой медсестры, затем стала педиатром. А в 1986-м ее пригласили в департамент здравоохранения, и там она проработала 20 лет. Ностальгия по лечебной работе, она остается. Поэтому приходить в больницу, видеть своих коллег очень трогательно. Я радуюсь за них, что они работают в лучших условиях. 155 частота сердечных сокращений. У Валентины Николаевны две сестры, и они тоже посвятили свою жизнь медицине. Ольга Ганушевич, к примеру, врач ультразвуковой диагностики. В сфере здравоохранения работает ее супруг и двое детей. У меня дочь сначала поступила в пединститут. Год проучилась и сказала, что мама, это не мое. И пошла в медицину. В принципе, я ее не настаивала. Сына я, будем говорить, агитировала. Просто, учитывая его характер, я сказала, что ты очень добрый, что у тебя вот любовь к людям проявляется. Я говорю, ты будешь очень хорошим врачом. В семье врачей любовь к медицине зарождалась с малых лет. Елена, например, еще будучи школьницей, подрабатывала в больнице санитаркой. Затем поступила в мединститут и стала невропатологом. В другой какой-то отрасли я себя не вижу. Мне хочется их лечить. Особенно, когда ты вылечишь какую-то серьезную, сложную патологию, когда ребенок не ходил, он пошел. Ну, это вообще, то есть это просто праздник. В этой семье 11 человек работают в сфере здравоохранения. Их общий трудовой стаж составляет свыше 150 лет. Валентина Николаевна еще не знает, захотят ли внуки продолжить династию врачей. Но свою медицинскую историю она мечтает увековечить в книге. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев и Дмитрий Рура, Петропавловск.